У Могилеве выпадково выкопали рештки аптеки 19-го стагодия. При археологическом нагляде за работами на спуску у Подниколи нашли стародавние шклянки и талерки, кафлю и шмат інших цікавих речей. Каштовные находки у реште станут экспонатами музея истории Могилева. А зараз для глядачов телеканала «Беларусь-4 Могилев» их показал археолог и историк Игор Марзалюк. У Могилеве археологический сезон должится круглый год, потому что у любую пару года город активно ремонтуется и будуется. И за всеми работами в историчном центре ведется археологический нагляд. Одна из таких вот банальных траншей, сдавалось бы, под теплосетки, якая велась вот на спуску там на Подниколе, мы у ходе этого нагляда зафиксовали рештки подмурков аптеки 19-го стагодия. У аптеках за тем часом продавались не только леки, але так само косметика и парфумы для жанчин. Отсюль и коллекция шклянок на столе у археолога. Бачите, написано «Модерн», «Париж», «Сердце». Вот это такие бутылька из-под парфумы. За минулые гэты год у вынику археологичного нагляду за будовлями у Могилеве знайшли тысячи речей, пераважно 17-19 стагодию. Вельми цікавая кафлина, да? Это печка, якая хутчэй за всю стояла в этой аптеце. Зверните увагу, это элемент геральдичный того ромб с перекрыжаванием, який есть у сучасным державном гербе Республики Беларусь. Больш подробязный расповед про новые археологичные цікавостки глядите у информационно-аналитичной программе «Днями» у пятницу. Илона Иванова, Миколай Соболев, новини.